У пропагандисти просувають наративи Кремля в маси, ті самі маси, по-іншому тут і не скажуть, вже виступають з гучними заявами. От, зокрема, мати полоненого окупанта переконує, що в Росії немає нацистів, бо нацизм генетично не властивий росіянам. За її словами, Україна мала напасти першою, але просто вона не встигла цього зробити. А що таке нацизм? Нацизм, это когда люди вдруг ни с того ни с сего начинают думать, что их нация превыше всего, а все остальные это просто отродье. Ну то есть то, что сейчас делают россияне. Россияне? Ну так. А где вы это видели? Пришли к нам на землю и убивают наших людей. Решили, что ваша нация выше нашей и пришли убивать наших людей на нашу землю. Нацизм генетически не свойствен россиянам. Да мне все равно, генетически свойственно россиянам или не свойственно. Я вам факт говорю. Пришли на нашу землю, убивают украинцев просто за то, что они украинцы. Это и есть нацизм. Вы знаете, вот эти ваши факты, это ваши слова. Вот вы говорите, что есть такие видео, есть. Я вот тоже могу вам сказать. А у меня есть множество других фактов. И я их вижу каждый день. Фотографии, видео. Не-не, фотографии, видео с чем? С татуировками вы видите, с какими-то? Вам показывают. Да не только татуировки, татуировки. А что еще? Ну, татуировок просто на ваших журналистах и на ваших деятелей там более чем достаточно. Подобного характера. Точно так же я могу сказать и про вас. Да, да, но мы к вам не пришли, понимаете? Мы же к вам не пришли. Наверное, не успели. Вот. То есть вы считаете, что мы, наверное, не успели к вам прийти? Вас не интересует, с чем мы должны были к вам прийти? Какое у нас оружие было для этого? Ничего не интересует. Вы просто верите в то, что мы должны были к вам почему-то прийти.